开心。Сегодня у нас изи-каточка. Сегодня попробуем поиграть на хардах и на хорошую, и сразу потом на хреновую пойдем. Всем привет. Привет. И Саня. Конечно, не Batman Forever, но тоже пойдет. А, ты теперь будешь меня троллить этим сын Batman Forever? Нет уж нафиг, я в эту хрень. Это что новая игруха, она же скучная. Я даже не то, чтобы, ладно, я буду бомбить хрен с ним. Но и, блин, где будет скучно ее смотреть? Ой, хрен, нужна эта параша. А лучше шутить про Дизли? Да, я знаю. Дизи это вообще... Пока Сани Петрухина нет, это действительно вообще шок. Надеюсь, его еще пока не было. Пришел мод. Ништяк. А мне мод пришел. Снова какой-то варпьешь. Это какой-то компот, какая-то хрень. Короче, не знаю. Ну, намочу дохлого ежика не особо вроде похоже, хотя и не уверен. Ну, пьется, в принципе, неплохо. Снова какой-то варпьешь. Женя, ну и чё там, ты уже поставил, установил, запаял. Уж пей лучше компот. Ну вот, и пью. Она там замутилась из чего-то, я хрен знает из чего. То есть это свойский, это не покупной какой-то, а именно свойский. Вот. Так ты запаял там уже чё, замутил мод ты? Чё, давай рассказывай, надо нам... Интересно? Не, по крайней мере, интересно, что там с ним, все ли там как круто, не круто. Соловит дай, кому кажу, соловит дай, кому кажу, соловит дай, кому кажу. А по-русски? Так а не ставил, я жду мод на звук и мод на переключение с палитрой. Так там же вот все вместе должно быть. Скинь ссылку, что-то купил, что-то не понял тогда. Я так понял, ты купил вот этот австралийский вот этот вариант, что ли, или нет, даже не этот, что ли, вариант? А, по звуку что-то там собрался модить. Там же...
А, с геймпада переключаю. Какая-то жуть неловко, короче, у тебя там. Здравствуйте, ребята. На два канала разведу звук. А, ты псевдо-стерео типа хочешь замутить, что ли? Такое дело. Блин, я бы вот не стал. Мне не особо заходит псевдо-стерео звук. То есть, ну, такая херня. На любителя, в общем, больше, чем вот реально она зайдет. Как-то так вот, короче. Ладненько, давайте помаленьку чуть приступим. То есть сейчас тогда играем на харде, пытаемся пройти на лучшую концовку. А, ну тут, кстати, да, мне как-то это скидывали. Не забывайте ставить лайки и дизлайки. Ну, лучше лайки, дизлайки... Дизлайки не сюда. Ну, у меня, кстати, да, где-то есть его группа. Я хотел как раз для Сеги заказать эту тему. Там что-то, да, у него есть по звуку вроде, я что-то забыл. Там надо его будет заказать, эту тему. Все, рука не доходит. Хочу Сегу, короче, проапать. Так, ну чё, давайте помаленьку начнем. А лучше ставьте пиво стримеру. То есть играем на харде. Я пытаюсь сделать хорошую концовку. Хорошую концовку тут тоже не так просто все делается. Лули-лули-лули-лули-лули, это украинском было. Салат дай кому говорю, салат дай кому говорю, салат дай. Ну я понял, что что-то не на русском. Это единственное, что я понял. Ну тогда что-то на украинский смахивало, так я букашку не закрыл какого-то хрена. Секунду. Ой-ой-ой-ой-ой, тут прямо спам пошел, сорян. Я бэпнул модом от украинца, там есть визуализация. А что там за мод от украинца? Менюшка там есть для переключения. На приставке даже менюшка вылезет. Там вот, это есть High Defness вроде, там менюшка-то вылазает. Вроде. А украинский я даже не знаю, что там за мод украинский еще есть. Я тебе скину в ВК. Сейчас, ой, тут время же идет. Сейчас, секунду, пацаны, я гляну, мне прям дико интересно. Сейчас эта срань прогрузится пока. А сильные отличия концовок? А, ну задние, то есть, ну как это задние? Ну именно концовки есть отличия. Их тут вообще их три так-то. Концовки, если вот уж пошла такая пьянка. Их тут три концовки. То есть хорошее, это когда ты набрал общее количество, где total написано, больше 10 лямов набрал, то ты делаешь, ну, короче, топчик. То есть ты делаешь именно хорошую концовку. Меньше набрал, то, ну, хрен тебе, короче. Не, то есть... О, да. Миграю, здорово. Вот. И, в общем... Вот, это как бы вот есть... Меньше набрал, это типа, ну, нормальная, как ее сказать. То есть, обыкновенная концовка. Больше набрал, значит, уже хорошая концовка. Плохая концовка, а ты вообще все просрал. У тебя вот будет тотал 0. Это вот все сложнее сделать. Это, кстати...
костюм. Ага. Ну, вот есть такая вот фигня, правда, не знаю, что это за утро. Не знаю, что эта фигня дает. Ну, что-то дает. То есть мы сразу на босса выходим. Ты чё тут ах прыгать-то? Охерел, что ли, родной? У меня аж одна хпшка, чувак, ты давай меня пожалей. Ну, кстати, он может затроллить, если захочет, честно говоря. Вот. Ну, уже сразу два лямчика. Уже нехило живем, гуляем, пацаны. Так. Трансильвания. Ох, наша любимая. Опять на тему Кастельвании. В прототипной, кстати, версии здесь музло другое. И, кстати, на харде, когда играешь, этих нету эмок. 10 лямов надо. Я в курсе. Ай, блядь. Взял, подставил. Брысь. Тут, конечно, жесткое место есть. Так, там, ладно. Посмотрим, как оно у нас пойдет. Это вагонетки, я их не люблю. Вагонетки — это боль для меня. Да ё-моё, ты чё, офигел, что ли? Это как так-то получилось? Лёха, я так понял, битэмапы не твой жанр. Битэмапы? Да, блин, хрен его знает. Не очень как-то, я не знаю, смотря как играть, во чё играть, то есть. Битэмапы лучше всегда играть как-то вдвоём, что ли. Да и они бывают скучные, то есть, реально, то есть, ну, то есть, какой взять, тот же сорт, там, блин. Ну вот просто тупо ходишь и мочишь. Ну уже так надоедает бывает моментами, что ну пипец. То есть скукотнялого. Так, а тут вроде что-то и есть уде. Да, тут что-то есть. КПшечка, это хорошо. Ну чё, самое жёсткое? Предлагаю битэмап от Marvel. Это какой там от Marvel, я даже не знаю. Ну чё, выпрыгнули. Первую выпрыгнули, сделали. Вторую, третью, всё, огонь. Всё, выпрыгнули. Это хорошо. Как хоть называется-то? Коп и с кем? Я понимаю, трейлер сам предлагаю сыграть кого-то. Вау. Блин, это я зря сейчас сделал. Да, я забыл, блин. Ай! Собака-гравер, подчеркивание, Ячксон, здорово, мужик. Здорово, женёк. Неправильно я сделал. Там еще вот это я забыл. Как всегда, блин, я забуду. Теперь надо придется опять вагонетки проходить. А это отстой. Не хочу второй раз вагонетки проходить. Ты че тут? Иди отсюда. Хардкорность там запредельная. Спидермани антивеном. Сепаратион Анкс, и это нас нес. А,
А чё, да, там жестко вроде. А, вот я ж сказал, сдохну. Отстой. Идем еще раз. Ненавижу вагонетки. Здесь они такие отстойные. Играл в ЕМПВ. Блядь. Опять я сдох. Надеюсь. Играл в Джим Пауэр. Нет, вот не играл. Да ёб твою мать! Так, все, в жопу, не идем туда мы больше. А то мы так сейчас сессию просрём. Учитывая, что тут нет контов. Блин, значит так просрать. А главное, один раз прошел нормально, это всегда у меня так вот. Я с этим таймингом постоянно какие-то проблемы здесь. Я не знаю почему, но какая-то проблема. Что-то халявное в этот раз. Вообще издёво. Изи-бризи. По поводу этого битумапа, да, можно рассмотреть? Чё нет-то? Что ответишь на мое предложение? Я говорю, можно? Чё нет? Третья концовка, когда скетч сдыхает окончательно, то включается заставка с дедом, который рисовал монстров, и он говорит: «Я теперь живой и захвачу этот мир». Так это вроде... Ау, ты, Тревор, там собираешься, типа, это, на харде, типа, играть, что ли, или чё там? Это называется «Ты проиграл на последнем боссе». А, типа, если ты продул... Разумеется. Блять, что сделал? Опять? Ёб твою мать, все пиздец. Ой, я забыл в очередной раз сходить в другое место. Ну и мудак, а... Всё позабыл. Так, а... Этот-то у нас... Не тут, да? Да, капец. Тревор только на харде рубится. Красавчик. Так, а там все, да, я собрал, получается. Там и сину не допрыгнул, потому что там не допрыгнуть. И, в общем... Короче, сделал я очередную какаху. Я забыл с другого захода зайти. Мудак.
Ну, надеюсь, мне этого хватит. Будет обидненько. Да, блин, когда не играешь в игру лет так 10, наверное, то это херово. Все забываешь. Надеюсь. Там просто еще целый заход с другой стороны, и я провел... Почему-то я пошел сюда, надо было сначала туда, а потом туда, а я... мудак. Просто там еще можно было подсобрать золото, а теперь хер знает, соберем или все. Здесь, кстати, тоже есть эта плюшка по поводу зигзага, тоже ее надо делать. Блин. Посмотрим. Да, увидим, что получится. То есть вот сейчас семерочка у нас как раз. То есть у нас вот, да, вот семерка, и мы можем, в принципе, валить отсюда. Да, наверное. Лёха, напиши, когда решишься. Я пока свободен. Окей. Хер знает. Вау. Вы знаете, кто такой натурал? Это прежде всего гей, но не традиционной сексуальной ориентации. То есть у нас два уровня и только три. А, то есть нам надо реально, чтобы повезло. То есть три ляма получается, и нам нужно один лям наскребсти. Ну, поменьше ляма надо наскребсти. Но наскребсти надо ого-го. Петрович, молодец. Прощай, красавчик. Хрен знает, можно и завтра попробовать. Правда, я не уверен, что у нас это будет хорошая идея. Ну, имеется в виду то, что вообще без подготовки там на корде сразу же. Будет весело. Спасибо, я знаю. Я зачем она мне? Ну, вот там где-то пропал к чертям. Тут будет немножко мудацкий прыжок. Спас меня, вот тебе секретная плюха. Так, почти три наскребли.
О, там целый кусочек, ты что, надо брать? Забыл. Я все позабывал, реально, уже все секретки, ни хрена не помню уже. Думал, что помню, но ни хрена я не помню. Оказывается. Ладно. Всем привет. Андрюх, здорово. Погнали дальше. А ты гоняешь? Привет, Андрей. Ну где ты был? Ай. Так. Тут еще есть плюшки. А чё не потерянный остров 3? Потом будет. Сегодня решил отдохнуть. Сегодня отдыхаем. У меня и так настроение, так честно сказать, дерьмовенькое. Вот. У меня тут проблемки. Да, не хватило храбрости взять этот хардкор. Ага. Да. Мне-то и не хватило. Понятно. Блять, это было больно. Да что ж такое-то? Да ё-моё, так и умереть недолго. Нам не хватает еще 300 где-то. Три семерки. И последний уровень у нас. И вот она, эта козырная мелодия. А моя шутка про натуралов не зашла? Да я уже и забыл, слушай. Я тут, видишь, у меня интернет накрылся. Музыка топ. Музыка топ. О, блин, это было... Ах ты засранка, там же плюшка была. Да, блин. Плюшки. Уйди нафиг. Иди отсюда. Ребята, не забывайте ставить лайки и дизлайки. Но лучше лайки. Лайки это неинтересно. Так, нам нужен ключ. Я что-то не сюда пошел. Ну, ладно. Пока гуляем.
Так, ты тут есть зигзаг, типа того. Ну, нам так зигзаг это... Сегодня посмотрел фильм «Кожа», в которой я живу. Весьма неплохой фильм. Ай. Какая кожа? Ладно, в зигзаг мы не пойдем, нам вроде хватает. Да ты офигел. Да, твою мать, чё опять накрылось? В фильме похитили парня, чтобы сделать ему операцию по смене пола. ВГИНПЛСТИКУ. Что-то опять там какой-то что-то отвалилось. Вроде. Саша Иванов, это новый фильм. Так. Работать, не работать. Вроде потери-то мне не было. Ну, что-то все-таки отваливался. Твич что-то отваливался, в общем. Теперь хрень это происходит, сраная. Нет, не новый. В главной роли Антонио Бандерос. Бандерос. Так, ты работаешь или не работаешь, нихера? Задолбал. Понял. Работает ли все у нас? Что-то я не понимаю. Вроде работает. Что-то, блин. Ай, с этим интернетом долбаным. Какие-то проблемы постоянно. Время стали. Раньше вообще никаких проблем не было. Работает все. Вот да. Так, нам не сюда вроде. Нам туда надо. Еще лучше надо. Тут ничего нет, что ли? Ну, уйди нафиг. Ой, давай. Вот сюда. О, так вот. Есть такая вот секреточка. Там громыхает у нас. У нас погодка стала получше. У нас теперь не такая дикая жарень. Ах, не знаю, как там в регионах у кого. Там теперь кайфую. Хоть не так жарко. Все, нам вроде хватает. То есть у нас лям есть. Сейчас еще лям будет. И по очкам мы вроде набираем больше 10. Так, я отсюда спускаться не буду, ну его нафиг. Я отсюда лучше спущусь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты так-то меня ж не пугай, родная. Вообще чуть не обкакался. Так, тут вот ничего нету, да? Сколько я помню. У нас время-то немного осталось. Я на днях посмотрел «Золотой теленок» 1968 года. Okay. Это просто шедевр. Ни спецэффектов, ни света толкового, но какая игра актеров.
Ни хрена нету, короче, любительская хрень. Но зато играть тебя в огонь. Ах ты, блядь, не отмигался. Да, блин, ты задолбала. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, ты давай тут прекращай там бегать. Да, чтоб тебе черти дрифили. Сдохни. Так, все, нас должно хватить. Все, больше 10 лям. Все, ништяк. Так, что я пропустил? Да все ты пропустил. Отключение интернета, просранные секретки. Закину Гроверу, забыл. Идем на хорошую концовку, играю на харде. Ой, беда, беда, огорчение. Вообще. То есть, сейчас уже проходим на хорошую концовку, сейчас будем пробовать проходить на плохую. На плохую не проходил ни разу. Вот, не знаю, насколько это у меня удастся, но, в общем, будем спробовать сейчас. То есть на хорошую вроде мы все сделали. Вышел фильм «Бендер. Начало». В роли Остапа Бендера Сергей Безруков. Даже смотреть из-за этого не буду. На плохую посложнее. Да, это будет посложнее, но это быстрее, но это сложнее. Как бы, там, сейчас покажу, что примерно делать надо, то есть, там быстро, в принципе, это делается, но есть места, где может быть подзатроллит, скорее всего, игра, я не уверен. То есть, все, мы сделали концовку, все, у нас хорошая концовка, больше 10 лямов набрали, правда, я несколько секретов просрал, из-за того, что просто забыл их. То есть в нормальной, простой, обычной концовке, как бы, он просто у сундука бы прыгал. А тут он, типа, весь такой, это, вот, в золоте весь купается, мол. То есть, и нужно сделать вот эти фишки, связанные вот с зигзагом, чтобы он, вот, как тебя спустил. Накосячил. Ну, да, как обычно. Как по-другому? По-другому не бывает. Саша Иванов согласен. Может, через года точка, точка, посмотрю. Ну, в общем, типа, все. С концовкой, мол, все. То есть сделали хорошую концовку, самую лучшую, как бы. Тебе, наверное, худшую. Ну, я не знаю, среднюю проходить концовку смысла особого нету. Ее, конечно, можно просто показать, конечно. Но это еще раз проходить игру надо. Хотя там можно, в принципе, мне, скорее всего, просто собрать какое-то количество золота, то есть просто пробежаться по боссам и все. О, окей. Так, все. Если я сделаю вот так вот. Короче. Лёш, так все ужасно-то. Ну обрезай уже хоть как-нибудь. Ай-яй-яй. Надо было по низу валить, реально, пошли по низу, а.
Так, я не помню, тут вот где-то тут жизнь, а вот тут этот есть. Давай, да, нужно нормально играем. Что можно было изи ставить? Да блин, это самое говёное место, он всегда тут меня троллит. Ну хоть бубенчики оставь. Бедина. Ну вот опять меня на хпшку, ну что за... Никаких идей, так пошли тебе навстречу с эмулятором. А-а-а. То есть это... Ну, спасибо. Да, блин. Так, я должен его ушатать. Согласен. Здоров, проходил, было дело. Ага. Ну что-то шустрее у нас не становится. Там как-то можно скорость на кап прибавлять. Секунду, я полазу. Виталий, еще. Привет. Тот, да, здорово. Я просто еще в этой всей фигне. Так, а как там ускорить-то этот момент сраный? Тоже согласен. Так. Опа, Тотал забежал. Привет. Виталий, здравствуйте. Black Space, а чё будет Ревинт? Чё за счёт Ревинта? Кто знает? Всем привет, чат. Короче, надо как-то сильнее ускорять, я чё-то пока не понял, как это сделать. Ускоряется, но это, конечно, капец, тоже такое ускорение малое какое-то, сколько время быстрее не идет. Была вроде перемотка быстрее. Да, вот я не помню, это я в Настопии делаю, я просто не помню, что была эта тема в Настопии. А где еще она есть, я хрен его знаю. Да, просто... Время, вода. Так, F2, F3 или Black Space, ну-ка. Чё-то нихрена ничего не быстрее не работает. Кому нужен разогнанный эмулятор, пожалуйста? Чё там? У кого там тормозил контрфорс? Кому надо побыстрее, чтобы контрфорс можно было играть? Вот, пожалуйста. Снег это копс. В общем, надо, да, как-то ускорять что-то еще быстрее. Я помню, вроде можно было как-то это ускорять, но я не знаю как. То есть нужно, чтобы осталось там 2-3 секунды, чтобы вот именно сделать, то есть начать делать плохую концовку. Я, конечно, не знаю, может быть, вообще сейвами будем пользоваться, потому что
Тут лажануть можно в любом моменте и все заново делать, и выжидать от каждой эти минуты, и, конечно, жопа. Не знаю, можно, конечно, но это, конечно, надо тренироваться, изучать всю эту тему. Ну, сейчас посмотрим. Пару попыток возьмем, там, если я где-то обосрусь я. То есть нельзя вообще не взять ни копейки. Ну... Но... Какой шустрый дядюшка Скрудж. А то, смотри, вау-вау-вау-вау. Главное еще не обосраться самому по времени. Настройки. Сетевая игра и настройки. Перемотка. В этом есть в Миднафине. Блин, сейчас 5 Миднафин переезжать, что ли? Ты кто? Я геймер. Кто? Ну, геймер. А зачем в мире то? Ничего не начислят? Не. Саша Иванов. Так, секунду еще. Так, а тут сейвы-то у нас не работают. Ну ладно. Блин. Тут жизнь-то была. Жизнь-то мы возьмем. Вот сейчас тоже будет момент дерьмовый, потому что там куча дерьма этого вылазает. И главное все это как бы не ухватить бы еще. А, я и хп-шку еще, кстати, забыл взять. Осрать. Блять. Умереть тут не хватает. Да, вот, блин. Мудак. А зачем тебе сейвы? Да только я обосрусь. Просто если возьмешь какую-то эту плюшку, то, ну все, кабзда. То есть сбрасывай и начинай заново играть. Вот что, бедово-то. Не хочется это заново играть. То есть, если я вот, случайно подберу один кристаллик, все, хана. Короче, уже не сделать ее. Эту концовку. Вот что, бедово-то, в этом вся соль-то. А тут бывает дофига где мест этих всяких говенных. Где всякое говно, вот, например, вылазает. Хорошо, что есть время, что-то, ну. Не берешь ее, хоть это. Оно появляется там. В таком возрасте стыдно какаться. Ну, видишь. Я у мастера по этому делу. Вот хер я убить босса этого долбана не могу. А может быть, ворона? Вау! Не сыпь мне соль на рану, не лень мне чай на спину. Да блин. Так, все. И опять мотаем время. А может не ворона? И опять я сдох на 8, и опять почти фулл тайм тащим. Отстой. Из-за этого таймера здесь прям, ну, целая дикая жопа. А может быть корова? И вот вторую сделать вроде проще, но плохую концовку, кстати, тоже не делал, надо бы тоже бы сделать как-то.
Сейчас посмотрим, если эту сделаем по-шустрому. Хотя я не уверен, что мы сделаем по-шустрому, но увидим, короче. А может быть всем здорово? Ну, Дим, здорово. Блин, пипец, с ума сойдешь ждать. Как ускорить-то? Здорово от всех. Да. Хоть херню я делаю. А реально это будет как-то вот, ну, не продумал что-то я. С этими концовками долбанными. Как это весело, как это классненько, сидеть и ждать, когда этот сраный таймер закончится. Это же просто санина конченая. Капком, вы козлы, вы сделали хрен, вы мне всю жизнь испортили, блядь. Твари. Я уже точно глаз из уши кровище попрет от этого постоянной хрени, этой музлятины. Оно того стоит. Не знаю, но попробовать-то хочется. Я понимаю, что оно того не стоит. Ты, кстати, Вальтмер, ты говоришь, что ты заказывал? Ты заказал уже или нет? Я что-то не понял. Если ты будешь заказывать, то давай вместе закажем. Как вот стоит. В общем, задача какова? Нужно набрать 6 лямов. Не больше и не меньше. Именно 6 лямов надо набрать. Что если заказывать, то мод от Альтмера. Ну я говорю, если ты будешь заказывать мод от Альтмера, то давай вместе закажем. Вау, ты чё? Офигеть, меня подставила игра. Блин, вот еще сдохнуть тут не мешало, блин. Я не буду. У меня есть другой мод. А, ну ясно, понял. Так. Вот здесь вот я забыл сходить вот сюда. И тут вроде же за. Да. Да, что-то как-то да. Меня как-то игра под... Джойстик меня подставил, сейчас на другом просто джойстике играю. То есть нужно именно 6, то есть 5 уровней и одна... один доп. Вот, как бы, вот такая свистопляска здесь. Ой, валим, валим, валим на босса. Ну тут быстро на босса можно выйти. Игра выглядит просто, но на самом деле так и есть.
Ну тут просто есть возможность обкакаться просто-напросто, вот и все. На особо 500 секунд, офигеть, мы сейчас будем ждать. 500 слишком... Это какой-то капец. Жуть. Надо было просто сделать запись мне, наверное, вот и все, это отдельная тема. И выложить, что я это сделал, и все. Там я хоть перемотал бы гораздо быстрее эти все моменты. Блин, я не поверю. Ну да, сейчас будет еще жопа, кстати. А так явные доказательства. Ага. Ну тогда терпите. Как бы... Блин, вот реально просто, чтобы не обкакаться бы, сделать бы сейф хотя бы. Просто, ну... Это, ну, такая тема, что просто можно, ну, случайно обкакаться. К тому же всегда мозги работают, что надо собирать все, разумеется. Может быть, случится именно то, что вот не хочется. Танцы на воде. Её такого я не встречал нигде. Весело, блин. Ой. Что, можно посмотреть, что в телефон? Ну так, сделай сейф. Какие проблемы? Ну, как бы читерство, плохо, нельзя, сейв это зло. Потом же вы же начнете, а вот он читак, он читак полюбасу, он все игры-то с читами проходит полюбасу. Что-нибудь из этого начнется. Дожди, ладно. А, разрешается, ну типа, ну ладно, в этот раз, ну так уж и будет. Ой, да, блин, каждый раз ждать это время, ну вот это пипец, вот реально, они походу сами потом подумали, блин, а нам же надо сделать плохую концовку, типа мы решили замутить. А, на ко... то есть, а у нас таймер, который насчитывает бабло, и то есть каждый раз его выжидать. Это ж капец просто. Я сейчас просто боюсь, как бы на других уровнях что-то не схватить какую-нибудь пилюлю. Тут-то вроде я проскочил по-быстрому нормально, а там есть места, где можно случайно вообще хватануть легко. Особенно на Луне, при том, что нам на Луне еще надо заходить за ключом, заходить за плюшкой, а потом уже идти к боссу. То есть там вот вообще запросто можно схватить эту хрень. Вот, то есть это очень оверхреново. Просто вот это реально очкуешь как бы, но просто уйдет время, опять все впустую, блин. То есть это не то, что какой-то скилл или что-то, это просто вот такая, ну, тема игры мудацкая, чтобы сделать эту сраную херовую концовку. Это, конечно, да, это вот не очень весело, но... Ради какого-то сраного экранчика сидим, как долбоёбы, смотрим, когда же этот сраный таймер закончится. Это ж капец просто. Еще по таймеру-то бы не обосраться бы. Пипец просто. А, я сейчас завою. Все, что интересное, пишут в чат. Тем временем я. Поша, значит, улетит в бар. То есть 4 остается норм, видишь, ничего не начисляется. То есть это зашибись.
Интересно, еще задаете такой вопрос, каким образом сбросить эти бабки? Сейчас покажу, каким образом. Так, я сначала попробую все-таки сделать состейт. Он вроде бы как бы работает. Ну-ка. Но он работает, но файл не сохранит. Блин, надо пути поменять, чтобы файл он сохранил. То есть, если я закрою потом этот эмулятор, то есть он не вернет мне эту тему. Ну ладно, в принципе, пофигу, он нам сделал состейт. Так, загрузить его. Так. Так, значит, состейт 5 сделали. 5 грузится, все, окей. То есть, идем вот Ямалай. То есть, здесь тоже нам вот... есть тут куча всякого вот этого золота, которого появляется. Но, короче, нам может тут подосрать. А это не есть хорошо. Подсёр. Ну, типа того. Так, я ни хрена не помню, где спускаться. Чтоб пошустрее нам пройти. Воу! Бля, чёп, я уже обосрался. Так. Нам вроде тут где-то надо, да, подниматься-то? Я уж это... Нет, туда мы за хпшку пойдем. Ну ладно. Ой. Там, ну пойдем за хпшку сходим. Ой, бля. Эта херня чуть меня не обосрала. Читер, читер. Смотрите на рот. Сам так разрешил, теперь читер, читер. Жук ты колорадский-то, а. Да, кстати, Сань, все, отпуск... Блять, какого-то хер сдох. Отпуск мне, короче, подтвердили. Все, огонь. То есть, ну, взял у меня начальник, короче, бумажку с отпуском. То есть, в принципе, считаю, отпуск у меня уже есть. Я уже и билет тут посмотрел, сколько они стоят, то есть... ну, в общем, ну, стоит. Куда нам надо, блядь? Нам... Туда надо разве? Ну ладно. Я ни хера не помню, куда нам надо, но куда-то нам надо. Ништяк. Да, в общем, да. Вот тут еще есть момент, я точно не помню. Тут вроде бы этот, да, тортик. То есть пока идем вроде норм. Так, у нас 4, будет 5 и будет 6. Опять у нас кучу времени нам надо ждать. Это, конечно, как бзда. А, стоп, 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 надо же сбросить. Кстати, да, сейчас. Что-то сбросить тему. Это делается вот так вот. Оп! И 3 ляма ушло. Так, что мне надо-то? А, ну все, я его убил. Лямы сбросили. Все. Сейчас берем тут, и там остается 3 ляма. Все правильно. Все, ждем время опять. В общем, селект там, когда у тебя есть 3 ляма, и ты продамаженный, ты можешь нажать селект, и тебе 3 ляма у тебя заберутся, восстановят тебе хп. Тем временем, современники, а какой ГРПО? О-о. Ну да. И, это точно. То есть в этом и заключается фишка, чтобы за все уровни набрать чисто вот 6 лямов. В этом вся мулька заключается. То есть больше никак, ни больше, ни меньше. Потому что можно как раз этими... нажатием селект 3 ляма сбросить. И как бы типа тебе восстанавливают хп, но ты за это заплатил 3 ляма. Вот у меня сейчас остался один, сейчас я получаю еще один. На этом, на Луне мы еще получаем еще один этот лям. И все, и норм. И тогда уже выходим на финального босса, то есть мы опять на нем продамажимся, скинем 3 ляма, у нас будет 0, и тогда у нас будет плохая концовка. Веселуха.
Стратег. Экономист. Да, тут сейчас в телефоне, пока сижу, не просрать бы все это момент эти. У меня еще какой-то мудацкий фильтр включен. То есть эмулятор так вот погано картинку, короче, показывает. Потому что какой-то фильтр у меня включен в эмуляторе. Круто, просто круто. Экономист зарабатывает, а ты профукать пытаешься. Ну так, нужно профукать, чтобы получить результат. Херовый результат — это тоже результат. Остался тут немножко уже дождаться-то этого. Эй, да уж. Как же ты долго-то. Чик, все. Окей. Состоит. Пусть будет пятерочка та же. Окей. Последний уровень, так. Ой, блядь, начали за здравие. Иди сюда. Там просто реально есть места, где можно тут схлопотать, а еще и рандом можно подставить. Так, а где у нас ключ-то? Там вроде, да? Я уже ни хера не помню, я уже опять забыл. Нет, ключ у нас не тут. А, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Совсем позабыл все уже. Вот, вот подстава, подстава, вот это реально подстава. Вот и можем просто обосраться, и вот теперь, блин, капец. Это капец. Так. Ну вот из-за этой подставы пришлось бы все заново делать бы. Из-за того, что просто, сука, рандом так сложился. Отстой. Даже среагировать на это, ну, никак было. Может и как. То есть, я до последнего думал, что все-таки я не воспользуюсь читами, но, увы, сорян. Так. Да ты козел! Да смотри, по... Да чудо на... Алексей, соберись, на тебя смотрит весь мир. Да уж прямо весь. Весь мир смотрит, как я просираю бабло. Еще кусок зараза решил сунуть мне отсюда. Так, это нам еще вроде выше. Интересно, какие-нибудь ивенты еще будут? Чапаев ничего не проводит. Не знаю, я насчет Чапаева. Окей, не весь. Его лучшие представители.
Так, блин. Ай! Тут спуститься бы еще нормально. Флешку можно. Ай, дерьмо, нет. Почти подскочил. Так, окей. Вау, это так-то. Сразу-то. Да, блин, опять турикавр долбанный. Да ты офигела, собака. Все. Кого-то там на улице пытают. Так, все, в общем, сейчас вот выходим. То есть сейчас вот эта последняя тема у нас. У нас получится 3 ляма. Мы на Дракуле немножко подамажимся, сбросим 3 ляма, и мы выходим как раз на хреновую концовку. Надеюсь, ни у кого из того, кто сейчас смотрит этот стрим, не будет вот это вот это сниться потом. Или в ушах играть постоянно. В мозгу вот это. У меня, скорее всего, будет. Ты говоришь, да, весело, весело. Еще 270 секунд, блин, капец просто ждать. Какая ужасная мелодия. Не говори-ка, я сам в шоке. Лучший трек мира. Не говори-ка. А не, может, конечно, убавить просто громкость вообще, чтобы не слышать эту парашу. Но... Ладно, тут уж осталось-то последний раз эту фигню ждем, то больше нам не придется ждать. Потому что осталось-то не с губки хрена. Сейчас добьем, да и все на этом. И эти мучения для всех закончатся. Ну не знаю, я не мучаюсь. Ах, да. Давай, осталось-то немножечко, он совсем тут децл. Просто он бесит. Блять! Ёб твою мать, я тут на время смотрю, промахиваюсь мимо этого. Все, ладно, все.
3 ляма. Все как полагается. Сейчас доходим. Это не то, что ваши маргинчлины, это грек получше, и то будет. Мама, я танцую. Все, у нас 3 ляма. Сейчас идем до Дракулы и сбрасываем, там, продамажимся, сбросим лямы. И будет у нас 0, и все будет огонь. Тут, насколько я знаю, уже не будет никаких вообще золота, то есть, в принципе, уже только осталось убить Дракулу. А ну. Там даже времени нам не надо будет ждать, потому что нам надо будет этот уже взять, как его... Сундук. Ладно, дамаг. Чё, не обосраться бы? То есть хопа, и все. Ой, блядь. И у нас ноль. Сундук мертвеца. В сундуке только долговые расписки был. То есть у нас 0-0. Крутите барабан. Ну вот и все, должна быть хреновая концовка. То есть Влад он... Вообще ничего нету, планет, ничего нету, ни копейки, шара. Все просрал. То есть в заголовке ты там попадаешь, что ты там полный лох. Мутин, типа, там, обанкротился, короче, наверное. Хотя, только вот первый экран именно отличие, все остальное вроде все то же самое. Пути. Вот, то есть, ну, такая вот, короче, эта концовочка. Подайте на жомики, ага. Для бездомных поросят. Да-да. Домики. Беги. На тотал всю систему. От него отвернулась удача, но он получил сокровище. Ахаха.